Я видел вот только в этом месте, который открылся вот фонтан, потом здесь фонтан еще, в этом, возле КМАТ фонтан. Они очень красивые и украшают наш город. Но не украшают эти фасады наши домов. Видите, фасады. Если фасады вот как в этом, чуть посветлее сделают. Ну, наверное, в первую очередь это вот, что в глаза бросается, это мечеть, потом церковь. И вот сегодня, по-моему, открытие еще одной мечети. Ну, главное, духовное. Ну, фонтаны это, они, их должно быть больше, потому что климат у нас же как-то резко континентальный или как вот. Поэтому иной раз бывает душно. Ну, так, ну, скверы, парки. Хорошает город? Надо украшать и... Ну, как бы туристы, чтобы могли, увидев, ознакомиться с нашими традициями, колоритом. Я вообще-то гостья вашего города, я приехала с Кустанайской области. Безумно нравится, я была здесь последний раз в 2009 году, и я вижу, как действительно изменился очень город. Особенно мне вот вообще привлекает, и очень красиво вот есть где детям поиграть. Мы живем буквально недалеко. Вот эта вот шахматная доска очень красивая. We'll be right back.